Как ты думаешь, Вертелкин, наука — это ужасно или интересно? Конечно, интересно, Крутилкин! Именно поэтому наши «Ну и ну» новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным ребята и слушают. А если кто-то еще не слушал, Вертелкин? А вот это, Крутилкин, ужасно! И что делать? Набрать в поиске «Ну и ну». Ну и слушать. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно». А знаете ли вы, что... Самая большая в мире рыба такая же длинная, как городской автобус с гармошкой. Самки китовых акул – самые большие рыбы в мире. Некоторые из них достигают 18 метров в длину. Таких размеров обычно бывают городские автобусы. Но есть особенность. Несмотря на свои огромные размеры, эти добродушные рыбины очень медленно растут. В год всего на 20-30 сантиметров. Именно поэтому ученые так долго и не могли выяснить, какая же рыба самая большая на свете. Но вот позади года исследований принято окончательное решение. Китовые акулы в океанах – главные гиганты среди рыб. Кстати, акула эта вовсе не хищная и питается мелкими рыбками и рачками-планктоном. А знаете ли вы, что... В одном дереве может поместиться целый зоопарк. Растет такое дерево в Индии. У него просто огромная крона. В его листве живут птицы, насекомые, обезьяны, ящерицы и даже змеи. Этому дереву 250 лет. И это баньян. Так называют один из видов фикусов. У него много воздушных корней. Со временем они затвердевают и превращаются в стволы. Таким образом, баньян растет не только ввысь, но и вширь, создавая из корней целый лес. Гигант из Индии уже отрастил крону диаметром с футбольное поле и продолжает расти. Ужасно интересно. Все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... Для рекорда иногда достаточно иметь черный маркер и белый лист бумаги. Учительница из Америки Даймонд Випер Янг создала самый большой рисунок в мире. По размеру он как футбольное поле. 5 дней с небольшими перерывами на сон и еду трудилась над картиной Даймонд. На ней изображены домики, растения, воздушные шары и обитатели океанов. Все они нарисованы черным маркером на белой бумаге. Создать что-то необычное может каждый, было бы желание. А уж черный маркер и белый лист бумаги всегда найдутся. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа «Ужасно интересно все то, что неизвестно».